Днем. Впервые в жизни я что-то нарисовал на льду. Классно, мне идея нравится. Я думаю, что хоккеисты оценят. Это строчка из моей песни, потому что... Почему именно она? Потому что, мне кажется, ну, это очень важно относиться к спорту и к хоккею, да, в том числе, прежде всего, как к игре. И тогда будет и вдохновение, и легкость как бы какая-то, и непринужденность, и, соответственно, будет игра. И будут победы. Я этого чувства, ощущения вот этого желаю нашим хоккеистам. Это все игра, от утра до утра. 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 Утраты, закаты, канаты, контракты, фанаты, теракты, конкретика, факты. Солдаты, зарплаты, палаты, дебаты, откаты, награды, оклады, баллады.